правительстве Тверской области обсудили развитие малого и среднего бизнеса. Верхняя Волжья стала одним из первых субъектов России, где приняли и начал работать региональный пакет мер поддержки предпринимательства. Об итогах заседания расскажет Наталья Чекит. Выступая с докладом, министр экономического развития Тверской области Иван Егоров отметил, что бизнес постоянно подтверждает свою значимость для экономики региона. За последнее время в Верхневолжье увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан. Последних насчитывается 74 тысячи. В основном они развивают обрабатывающие производства, торговлю, транспортировку грузов и строительство. Растет и количество трудоустроенных на таких предприятиях жителей. По численности занятых в МСП у нас фактически 205 тысяч человек трудится в субъектах малого и среднего бизнеса, 25% трудоспособного населения в целом нашего региона. В Тверской области в рамках национальной программы продолжается поддержка бизнеса. Так, региональный проект создания условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса направлен на вовлечение жителей в предпринимательскую деятельность, поддержку молодежи и социального бизнеса. Еще один проект – акселерация субъектов МСП. Предполагает помощь в поиске партнеров, сертификации, патентовании, продвижении и экспорте продукции. Третий региональный проект – создание условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами. Мы обратили внимание, что очень много людей сейчас хотели бы заняться бизнесом и развитием собственного дела, потому что такая возможность появилась, такая возможность теперь есть, благодаря и федеральной поддержке, и региональной поддержке, с учетом того, что Тверская область была одним из первых регионов ЦФО, которая начала реализацию проекта по поддержке среднего и малого бизнеса. Для поддержки начинающих и действующих предпринимателей в 2019 году в Твери был создан центр «Мой бизнес», объединивший все инструменты, отвечающие за господдержку предпринимателей. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса часто обращаются в фонд содействия предпринимательству. Для нас важно сохранить объем поддержки и мотивации развития бизнеса, потому что это прежде всего рабочие места, это жилищное строительство, это возможность ремонтировать дорожное хозяйство Тверского региона. Еще один шаг в развитии бизнеса Тверской области – подписанное соглашение между регионом и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Бизнесу Тверской области стала доступна программа инвест-кредитования по ставкам от 3 до 4,5%. Теперь повысить доступность кредитов по льготным программам кредитования для предпринимателей, у которых не хватало залогового обеспечения, помогут зонтичные поручительства. Корпорация МСП в этом случае берет до 50% риска на себя.